Всем доброго утра! У нас сейчас почти 9, я Фонька проснулся. Вот, мы сейчас будем завтракать с ним и собираться на утренник, потому что 10 часов у Антохи утренник. Я так рада, что это в 10 часов, а не в 9, как это было в младшей группе. К 10-то, я думаю, мы точно соберемся. К 9 нам всегда было очень сложно. Вот, это первый утренник для пап. Обычно в садике утренник только к 8 марта, ну и там есть тоже какие-то такие военные, ну, на тему там 23 февраля, стишки кое-какие про папы, сценки и песенки, но все же это как бы к 8 марта. А тут отдельно для пап именно будет 23 февраля и потом еще для мам к 8 марта. Я не знаю, правда, как это все детки прорепетируют, потому что в то же время им нужно выучить песни, стихи, какие-то сценки. Ну, посмотрим, не знаю. Вот, мы, в общем, сейчас... Я уже себе кофе сделала, с мамой поболтала. Вот, и будем сейчас пить кофе, булочки вчерашние, плюшки доедать. Чуть-чуть тортика осталось. И поедем. Что? Пошли одеваться. Я, в общем-то, собралась... Сейчас Афоньку осталось мне привести в чувство. Сейчас его одену, машина уже прогревается. И будем ехать. Афонька выбрал за дедушки ехать. Не хочет ехать на праздник в садик. Хотя мне хотелось бы его взять. А? Вот это тебе надо дуть. Гляньте, что у нас тут за кавардельщик. Надо все это разбирать. А Афоне хочется надуть на рукавники, да? А мама тебе что говорит? Потом? Так, ты будешь ехать до дедушки? Он потом надует, папа. Мама такой не умеет надувать. Так, что мы собрались, Афанасий? Посмотри на маму. На кого ты похож? Да. На дедушку? Да. А может, ты на бабушку похож? Баба. На бабушку? Да. Все, поехали? Давай одеваемся. Все, поехали. В этих черных очках еще. Ты до дедушки. Я помню, что ты выбрал до дедушки, да? Да. Посмотри на маму. Все, мы до дедушки приехали, а Фоня идет. Ты с кем там будешь? А? Да-да. До дедушки? Ну пошли до дедушки. Маша. И там дедушка живет, да? Да. Ну, дедушка сейчас там, наверное, на работе, дедушка Леня. Давай, пойдем. Мам. Еще зови, давай. Да, да. Зови громко. Мама! Еще зови, зови, зови. Кто там? Афанасий выбрал до дедушки. А, да. Кто там? Кто там? Это мы. Все, я поехала. Пока. Кто пришел смотреть на Антошку? Ты и я. А еще кто? Бабушка. Бабушка. А для тебя тоже бабушка приходила, да? Так ты и песни пела? Пожалуйста.
и отличного настроения. Петя. Да, не, не. Как она меня мать провожала, вот.
там учиться, что земля могла тобой гордиться. И мама для Вани, сыночка, сложила с утра в чемодан перчатки, рубашки, носочки, футболки, штанишки, платочки. Чтоб мальчик ни в чем не нуждался, где б только он не оказался. Чтоб сыну служилось комфортно, и часть показалась курортом. Стройся, равняйся, смирно, направо, шагом марш! А вы у нас вообще все молодцы. Садитесь. Садитесь. Русский парень в воде не тонет.
для меня. Он для меня и друг, командир. Он любим, незаменим, необходим. Точно, все. Мальчики, старайтесь. Антошек, как у тебя дела? Все, едем до бабушки с Дешкой. Да! Давайте тогда, поехали. Давай, завтра масленица, что надо? У них завтра масленица. Завтра блины надо нести, да? Зачем? В садик. Зачем? За праздником. Пошлите одеваться. Вернее, пошлите. Ехать. Блины, я буду их есть. Да, бабуля зато по всем праздникам прошлась, да, мам? Куда ты спешишь? Подожди. Подожди. Теперь открыточку закрывай, Маргарит. А то тогда открыто. Да вот он аж у меня. Все приехали, да, бабули с дедулей? Один мобил маленький. Молодцы. Бабушке, правда, только камеру что-то не дали, чтобы Маргариту заснять, да, бабуля? Привет, Афонечка. Да дедушка тут, смотри. Привет,
Антоша теперь дедушке показывает, как ты на утреннике, да? Кто это такой? Что это за молодой человек? Как тебя зовут? Ляля. Ляля? Да. Ты Ляля? Да. Ну пошли тогда гулять. Пойдем в колясочку, Лялечка. Тебя положить в колясочку? Да. Замотать? Да. А соску давать? Да. Ну вот сюда ложись, если я буду катать, как Лялю, качать. А-а-а. Садись. Зоенька, а ты куда? Ух и Ляля. Афон, не перевернись. Я. Ну садись. Так, подожди, сейчас уходи, чтобы коляска не сложилась, дочь. Все, маленькие Ляли у нас. Тихо все, тихо, глазки все закрывают. Ляли, сейчас будут спать, тихонько. Ну что, сынок, ты как уезжаешь? Приехал, так и уезжаешь? Да нет, просто был без пакета. Теперь с пакетом. Нет? Сейчас еще за Гришулей. Вон он возле Дома культуры нас встречает. Не знаю, что-то какой-то не... Шапку как-то одел наперекосяк, да? Угу. Что-то такой серьезный, да? Так, ну что, мы все проснулись. Спали, в общем, до 4. Пока поели, пока чай попили. Уже было 5. Сейчас я только стала готовить ужин. На ужин доставала мясо какое-то, размораживалось, и казалось, что это свинина. Я, в общем-то, в принципе, даже не знала, какое это. Ну, в смысле, какие там кусочки, антрикот или еще какой-то. Вот. Сейчас оно запекается в духовке с соусом, который я сейчас только сочинила на ходу. Это соевый соус, немножко подсолнечного масла и чим-чим у меня был для фунчозы. Ну, я думаю, хуже не будет. Вот, я, в общем, мясо достаточно крупными кусочками. Не знаю, как показать, наверное, прям вот такими кусками, но нормальными такими. Порезала, поперчила его, лук, чеснок посыпала, прям так помяла лук. И залила все этим соусом, еще раз все смешала и в духовку. И просто отварю сейчас рис, вот так, как я его варю на кутю, это... Рис у меня обычный, не пропаренный, я просто обычный, ну, не длиннозерный, а кругленький вот этот вот. Я прям хорошо его промыла до белой воды, поставила в его там 2 стакана, мультистакана риса, то есть, как примерно, может быть, 1 обычный стакан, ну, в общем, который от мультиварки стаканчик. 2 вот этих стаканчика и воды прям побольше. В общем, как я его варю, он закипает, немножечко совсем кипит. Я его выключаю, он чуть-чуть стоит, потом я его на дуршлаг и промываю в холодной воде. Вот если рис на тюфтели, то как бы я его так не промываю, конечно. Но когда рис хочется поесть просто вот в каком-то блюде, в таком как гарнир, то я его немножко промываю холодной водой, и он тогда достаточно рассыпчатый оказывается. Вот и получается, что мы будем вот этим соусом из-под мяса, который поливать вот этот вот рис, и будем есть. Не знаю, насколько дети это будут есть. Ну, мне кажется, с кетчупом они поедят. Вот, и сейчас еще заделаю блины, тесто на блины. Как раз пока оно постоит, то я здесь перемою посуду, а дети пошли на улицу. Достаточно теплая погода у нас, прям плюс, ну почти 10, может быть плюс 8, но я сейчас поставлю тесто на блины и пойду тоже с ними играть. И потом, ну зайдем, в общем, я сделаю блинчики. Не знаю, попробую сделать сегодня блины, которые просит мой муж уже не знаю сколько лет, я еще никогда такие не делала, может быть один раз. Не помню даже, но я не делаю такие. Мы едим просто обычные сухие блины на сковородке. Ему хочется блины, которые мажутся горячим сливочным маслом и посыпаются немножко сахаром. И вот так вот складывается стопочкой. И еще завтра Антошке нужно нести блины, 2-3 штучки. Вот. И поэтому мы понесем. Ну, я отложу сразу, чтобы завтра утром в садик он понес. Завтра будет у них праздник масленицы. Блин. Теперь мой хохолок.
Я что-то сейчас влюбилась в это художественное безобразие на голове. Вот, в общем, ладно, сейчас буду заниматься делами, а дальше посмотрим. Так, ну что, вот такой вот ужин у меня получился. Вот так вот я все выложила, сделала бортики из риса и в середину мяско с подливкой. Не обращайте внимания, мне тут бордель страшный. В общем, так вот пекутся мои блинчики. Вот здесь бабушкина поварешка. Здесь растопленное сливочное масло немножко. Я несколько совсем блинчиков таких делаю. Посыпаю немножко сахаром и смазываю подсолнечным маслом. Вернее, сначала смазываю маслом растопленным, потом немножко сахаром. Вот так вот. Так, ну что, давайте ужинать, ребята. Давайте, мойте руки и пошлите. Пошли ручки. А ты туда, до папы. Блины, хочу блины. Короче, по факту, да? Ага. Вот ты сейчас, значит, у меня сумочка другая. Что вы там делаете? Я сама лепим. Угу. Понял, Зай, в нашу комнату не ходи. А почему? Зачем? Посмотри, какая тут, папа, кухня у нас. Я же не боюсь. Охереть, даже вытащу. Так, а что даже? Леня, что там случилось? Девочки, вы готовы? На улице-то прохладновато. Уже прохладно? Серега, открыл дверь, мне прохладновато. Кто обзывает, та называет. Кто называется? Когда туда обзывает. Да? Мы обзываемся, слышишь, кто обзывает, то называется. Правильно. Это так и называется. Да, нет. Точно. А где мои? Все, Афонечка, говори до свидания. Давай. Что вы тут делаете? Коврик решили? Так, ну куда? У тебя полный рот, Афонь. Давай вставай. Мам, иди на кухню, я прожуй. Алине, давайте уже уберем. Да, они хотели здесь спать. Да? Ночевать у нас. Ночевать даже хотели? Да. Я сказала, вы не будете со мной ночевать. Все равно. Все равно. Понятно. А вот потом она началась бить. Да ты что? Я не, вот вы еду тоже ее. Не надо. Там, ты же мальчик, мальчики не должны биться. Она же бьется, да нечестно, что она бьется. Ну это ее проблема, пусть у нее будет такое поведение. Ты должен просто уйти и все, и не играть с ней, понимаешь? Вот она пусть с Малого играет сама. Играет. Играет сама. И все. Пусть они подруги со мной. У меня вот... У меня уже есть друзья. Друзья и жена своя. И жена даже будет. Есть? Будет. Это Вика Веденева, я ей не скажу. Что ты ей не скажешь? Что у меня жена есть уже. Кому ты не скажешь? Это, как ее, Алине. Не скажу, чтобы она не знала. Не хочу, чтобы она знала. Не хочу. Эта буква называется твердый знак. Красный, зеленый. Да, да. А если желтый, если желтый к синему. Да. Кто там храпит? Это он. Спал. Ты спал? Ты какая буква? И. Это щ. Угу. Это мягкий знак. Да. А вон Л. Нет, это, наверное, не мягкий знак, это, наверное, Р. Ты просто его так перевернул. Нет, так плавно видел. Да?
Мне почему-то кажется, что в другую сторону мягкий знак просто пишется. А давай? Угу. Вот, видишь? Нет, мне кажется... Ну что, на сегодня все. В общем, вот так вот прошел наш день. Завтра один день еще сходить в садик и в школу, и 4 дня выходных. Всем пока! Буду монтировать видео. Еще один день садик и выходные, сынуль. 4 дня. Пока!